Обращением городской администрации в прокуратуру послужили незаконные действия межведомственной комиссии, которая занимается признанием пригодности жилых помещений. Представители федеральных структур присутствовали на организационном совещании не в полном составе. В состав межведомственной комиссии должны входить специалисты местной администрации, представители федеральных структур, Роспотребнадзора, отдела надзорной деятельности, Ростехнадзора и БТИ. Однако на первое заседание комиссии никто из представителей федеральных структур не явился. Позже руководители организации согласились, комиссия должна работать в полном составе, чтобы ее решения были правомочными. А в отношении Ростехнадзора администрация Северодвинска обратилась в прокуратуру. Результатом проверки прокуратуры города в Октябрьский районный суд направлено заявление о признании отказов управления Ростехнадзора незаконными. И 17 сентября Октябрьский районный суд удовлетворил указанное заявление прокурора. Признал отказы управления Ростехнадзора необоснованными. Теперь в течение месяца Ростехнадзор должен предоставить решение об участии в межведомственной комиссии. Сейчас ведомство уверено, участие в заседаниях не их полномочия. Принято решение оповещать о времени предстоящих заседаний за 3 дня. За текущий месяц межведомственная комиссия из-за неполного состава не смогла рассмотреть одно заявление о признании непригодности жилого помещения.